Алло, слышишь, Орёк, звонил сейчас человек, Александр, там информатор, да? Через Айдар пиздует, говорит, очень много танков, БТРов и люди, и машины с людьми. Да, это она вчера с Северодонецка с Лисичанска эта колонна шла. Да, 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 да. Они, видно, где-то под Айдаром передохнули. Ну, слава богу. А может человек проследить, где она выставится? Давай я спрошу. Леша, вот только что позвонили опять, да? 8 бетеров, 8 КАМАЗов тентованных, в основном с людьми. Одна небольшая, говорят, какая-то пушка, блядь, с коротким стволом, понял? И один длинномер неизвестно с чем. Ага. Ушли в сторону Айдара. Нужен список. У нас списка этого нет здесь. Список, может быть, у твоих товарищей есть. Всех СБУшников, которые служили в Луганске. Или Луганской области, если есть такой список. Mm-hmm. А еще лучше... Ну, вот список, потом, конечно, лучше было личные дела, но этого вряд ли, наверное, будет. И список, если можно, те, которые работают сейчас у нас. Четыре человека, россияне, понял, предложили даже пулемет. Торги дошли до пулемета. Нихуя себе. Жень, ну берем, нам вооружаться надо чем-то, блядь, елки-палки, блядь. И окопы некому копать уже, блядь. Да? Ну а что делать, блядь? Ну, я вот приеду, я уже сегодня выезжаю из Крыма, я тебе подгоню человека, 3 или 4 подгоню. Ярых этих самых укров, я тебе загоню на окопы, понял?